На уроках Оксаны Тлисовой никогда не бывает скучно. Будь то математика или русский язык, любой предмет учитель старается подать в интересной форме. Все-таки за плечами Оксаны Мухамедовны не один год работы в начальных классах. Учить детей, говорит, это ее призвание. А буквально текущим летом учитель сама оказалась ученицей, пройдя обучающий курс и примерив на себя роль общественного наблюдателя на выборах. Куда Оксана ходила, всегда только в качестве избирателя. Но на предстоящей избирательной кампании она будет по ту сторону выборного процесса. В ее зоне ответственности будет контроль за проведением голосования, подсчетом голосов, установлением его итогов, а также определением результатов выборов. Мне стало интересно, как же это все происходит. Много в интернете пишут того, что какие-то вбросы бывают. И я вот решила, заинтересовалась тем, чтобы самой наглядно увидеть, как это все происходит, для себя убедиться, как проходят в стране у нас выборы честно. Большое, да, уделили внимание на участках, будут камеры, очень много будет наблюдателей, от каждой партии будут наблюдатели, выборы будут, думаю, что, ну и уверена даже, что будут честными, и что все в нашей стране наладится, и все будет хорошо. Оксана Тлисова уверена, роль общественных наблюдателей в нашей стране повышается с каждым годом. Они создают атмосферу доверия к процедуре голосования, не раз доказывая свою эффективность. С ними выборы проходят прозрачно и легитимно. Именно такого итога жители Карачаева-Черкесии ожидают от предстоящей избирательной кампании, на которую возлагают большие надежды. Достойной жизни своим детям, своим внукам. Хочется, чтобы наша страна жила еще лучше, и они говорили только самое хорошее. Кого бы ни встретил, все улыбались, все радовались этой жизни, а трудности все остались позади. Напомним, что в этом году голосование будет проходить в течение 3 дней. В Карачаево-Черкесии будет открыто 249 избирательных участков, на которых будут работать 519 наблюдателей, компетентных лиц, знающих свои права и обязанности. И, кстати, большими помощниками на выборах для них станут камеры видеофиксации, которые с помощью своих электронных глаз будут следить за проведением голосования. Анзор Курбанов, Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.